Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic по 12 каталогу. Огромный заказ с новинками, как всегда, на 50 баллов, и опять, кстати, мега выгодный. Итак, поехали. Ну и вот он, собственно говоря, заказ. Почему в пакетах, девчонки? А потому что моя... Почему у меня сегодня такое эхо на балконе? Вообще не пойму. Надеюсь, у вас нормальный будет звук. Потому что моя коляска не вмещает коробку Faberlic. Тащить ее в руках с пункта выдачи вообще не вариант. Или ждать, пока мне привезет его моя Катюшка, тоже как-то не вариант. Поэтому мне любезно предоставили два пакета. Я коробку вскрыла. Как всегда, у нас приходит все запечатанное. Каждый заказ в отдельной коробке запечатанный. Никто его без вас не вскрывает. И я расфасовала все по двум пакетам. Поэтому сейчас пойдем с вами по порядку. Начиная с вот этого, вот, который поменьше. Заказ на 50 баллов. 50.08, по-моему, прямо так я четко сделала. И по деньгам 4.900, даже 4.800 с чем-то. Вот так. Хотя много акционного товара. Но я стараюсь выгодно делать эти 50 баллов для себя, потому что все исключительно для себя. Так, первое, что попалось под руку, я взяла вот такой вот термомоделирующий спрей. Мне не очень нравится эта серия. Я терпеть не могу лак из этой линейки. Но решила вместе с вами попробовать, а вдруг, а мало ли... Тем более, вот многим нравится, и мне вообще не нравится. Артикул 2703, моделирующий термозащитный спрей. После укладки сушки феном твои волосы теряют блеск привлекательности. Используйте этот текстурирующий спрей с термозащитой, и твоя прическа станет роскошной. А, значит, перед укладкой. Кератиновый комплекс, УВ-фильтр здесь, да? Ну, УВ-фильтр на зиму нам особенно не нужен. Значит, перед укладкой. Ну, с вами обязательно сделаем. Я как раз попробую фен-щетку от нового фена, которая делает кудряхи. Вот, посмотрим, насколько он будет держать, если он у нас моделирующий. Одушка приятная. Очень даже приятная. Ну, как у всей этой серии, классическая. Распылитель бьет струей. Не мелкий. Прям вот, эх. Очень-очень мощный распылитель. Не знаю, актуально это для волос или нет. Он очень мощный. Прям вот струей прям фигачит, девчонки. Так, заказала салфетки детские, естественно. Как всегда, взяла 7 пачек. Почему, девчонки, 7? Потому что не хватало баллов. Если товар акционный и брать их по акции 2 по желтым ценникам, то балл вообще ничтожный. А если брать упаковку салфеток одну без акции, то балл очень высокий. Вот почему. Артикул 1798, они классные, здесь 50 штук, они 0+, с ребенком пользуюсь только ими, они великолепны, к ним никаких вообще нареканий, они большие по размеру, они хорошо пропитаны, вообще вот для меня идеальные салфетки, они мягкие, что еще нужно как бы ребенку, и естественно гипоаллергенные, вот они хорошие мои, выкладываю, блин, первый раз я так в пакетах заказ везла, несла, ну а как по-другому, девчонки? Так, я очень соскучилась по аромату Витамания, вот этому черная смородина. Как я его люблю, девчонки. Вообще, в принципе, люблю аромат черной смородины. Артикул 2368, это жидкое мыло. Обалденный аромат. О, просто вот черная смородина, прям вообще вот чистая, в чистейшем виде поставлю на кухню мыть руки. Тоже взяла, по-моему, без акции, на Витамании была акция, взяла без акции, чтобы был высокий балл. Так, здесь у нас что? Взяла освежитель, свой любимый, апельсин с корицей. Тоже была акция, девчонки, у меня одно и то же. Больше не буду вам про это рассказывать. Если берешь два освежителя, цена дешевле. Я взяла один, чтобы был высокий балл. То есть, по факту, получается, я плачу меньше за 50 баллов. Вот, понимаете? Я могла бы взять больше продукции, но я бы заплатила больше. Поэтому вот как-то так. Артикул его 303.27. Я его очень люблю. Он мне нравится по аромату. Сладкий, действительно чувствуется аромат корицы, действительно чувствуется аромат какого-то сладкого апельсина. Я распыляю их без зазрения совести по дому, хотя у нас маленький ребенок, и ничего, вообще ничего. Они гипоаллергенные, они безопасные, они водные. Есть заглушка от деток, которые уже хотят пошалить, да? Мне очень нравится этот аромат. Вот именно апельсин с корицей. Сейчас уже, знаете, такое холодное время года наступает, и хочется каких-то ароматов согревающих. Вот он относится к согревающим ароматам. Классный. Так, дальше. О, Faberlic Light, девчонки, взяла патчи Океану. Почему я их взяла? И брать не хотела, потому что мне сейчас с Озона пришли очень хорошие, достойные патчи. В следующем, там, в одном из следующих влогов я вам покажу их. Здесь 60 штук, 30 пар, 0,9, 46. По лайк они выходят 500 с чем-то рублей, по-моему. Вот. Небюджетные. На Озоне я взяла за 296. И многие говорили, что не работают. Потому что розовые патчи по мне вообще не работают ICU. То есть просто пустышка. Очень мало жидкости. Что же я с собой не взяла ножик-то? Очень мало жидкости в розовых. Вот просто сыворотки не хватает мне. И они ничего не делают. Вообще ничего. Вот эти за 296 и то ловчее. Они разглаживают.
хотя бы на время, видимо, какой-то эффект есть. Так что, ну, вы писали, что вот некоторые из вас, что прям вот эти вау-вау, зря ты патчи Фаберлик хаешь, такая секает, блин, ничего не бывает зря. Будем тестировать. Раз на то пошло дело, будем тестировать. Если они никакие, ну что ж, буду как розовые добивать их, скрипя сердце. Вот такая вот баночка. Красивенькая такая, презентабельная. Вот артикул, если что. Открываем. Все как во всех патчах. Сверху заглушка, ну крышечка и лопаточка. Все как бы стабильно. А, лопатка. И вот они патчи. Вот как они выглядят. Сползают. Сыворотки, ну, достаточно. Запаха вообще никакого не чувствую. Ну-ка, сейчас крышечкой вот так на руку. Запах. Они толстенькие, судя по всему. Я вот вижу, что они толстенькие. Будем пробовать. Многие девочки их хвалили. Может быть, они крутые. Я спорить не буду. Я пока не попробую продукт. Я ни с кем спорить не буду. Сыворотка вот такая жиденькая. Видите, капелькой прям стекает. Еле уловимая душка. Я уже забыла, как пахнет серия Океанум. Я ее брала, когда только вышла она. Мне не показалась она впечатляющей. Я ее сравнивала еще с Уикенд. Вообще никак не пахнет. Или мне уже просто корица все тут заполнила. По мне вообще никак не пахнет. Будем пробовать в следующем видео. С вами обязательно посмотрим. Интересно, самое интересное. Взяла Технокидс шампунь бальзам 2 в 1. Часто его берем, часто видите в моих заказах. Артикул 2354, 3+. 2 в 1, но я бы не сказала, что 2 в 1. Он никак волосы не разглаживает, не облегчает расчесывание. Но он хороший, тем не менее. Он промывает хорошо. И здесь сочный аромат зеленого яблока. Насыщенный сочный аромат зеленого яблока. Беру дочери постоянно, поэтому все very good. Так, тут у меня вот все частями. А жаль, девчонки. Ну ничего, мы как-нибудь с вами подберем сейчас. Краски. Как вы уже поняли, мне понравилось. Это я сама помяла, пока пихала в коляску. Мне понравилась краска Ботаника. На самом деле понравилась, и я решила, что на следующую покраску я хочу себе именно ее. Я снова повторила оттенок 8.1. Я им красилась до вот этой вот краски L'Oréal. Да? Хотя сейчас мне цвет тоже устраивает натурально. И я хочу к нему добавить. Я знаю, вы любите мои эксперименты с волосами. Вот такой вот черничный джем 4.5. Мне хочется, чтобы был не сильно темный оттенок. Я прям чуть-чуть вот добавлю вот в эту краску. Немножечко краски черничный джем, чтобы он был такой вот... Но фиолетовый он не будет, потому что добавлю чуть-чуть. Но, в общем, я не знаю, что будет, девчонки. Будем краситься. Не в следующем видео, попозже, потому что я только недавно красилась. Недельки через 3 будем с вами краситься. 8.1. Так, артикул 87-75, а черничный джем 87-86. Достойная краска. Она вообще практически не смывается. Я бы сказала, что она вообще не смывается даже. Вот так вот. Мне очень понравилось. Я не ожидала от нее такого. И она действительно не так сильно жжет волосы, как Faberlic Expert Color. Поэтому very good за такую цену вообще. Так, дальше, девочки. Взяла новинку, маску Арису. Мне, в принципе, уход Арису за волосами очень нравится. Это у нас Лотос, восстанавливающая маска. Артикул ее, где он? 77-26. Я сегодня буквально добила кувошинг из этой серии. Вы знаете, мне делали комплименты вот именно после кувошинга, что мои убитые волосы блестят. Поэтому мне нравится, действительно нравится. Я надеюсь, маска произведет впечатление тоже. Будем с вами в следующем видео тестить. У нас прям с вами уход за волосами будет. Уход за волосами, укладка. Хорошо, что она запечатана. Это очень хорошо. Ой, она какая-то фиолетовая, такая здоровская. Даже не испачкалась слюда. Какая-то такая, вот видите, оттенок какой. Она густая. Смотрите, какая густая. Вау. Пахнет вкусненько. А душка приятная. Ой, какая приятная. Вообще густая, видите, не переваливается. Вот ее тут сколько, да? В банке. И она вообще не переваливается. Класс. Ой, она как баттер, девчонки, смотрите, она как баттер. Даже на пальце не осталось. Супер. А душка классная, густая невероятно. Будем в следующем видео тестить. Пока нравится. Надеюсь, она как кувошинка будет хорошо работать на волосах. Так, дальше что у меня еще здесь? Пакет почти разобрали. Отброшу его в сторону. Взяла дезодорант. Вот такой вот я их всегда беру. На этот раз взяла, по-моему, я 2 взяла или 3 даже сейчас в другом пакете. Этот нежность хлопка. Мне нравится он по аромату. 48 часов, я уже вам говорила, он не держит, но сутки меня держит вполне. 22-43 его артикул. И здесь нет спирта, что тоже очень ценно. Люблю эти дезики, пользуюсь именно на постоянной основе. Я вам уже говорила, или не говорила, или скажу. В общем, я подсела на вот это вот масло. А, это мист. У меня здесь еще такое масло. Сейчас я его, девчонки, откопаю. Масло для душа. Dream Therapy. Во время беременности мне не зашло, потому что я от этой линейки спала. Мелатонин, наверное, через кожу впитывался нереально, как, не знаю, или это совпало. Оно невероятно крутое. Мне понравилось и без мочалки его использовать перед сном.
когда все заснут, когда тишина в квартире, когда никто тебе, ну, мамочки, у которых больше одного ребенка, меня поймут, когда никто к тебе не пристает, пойти в душ с вот этим маслом для меня стало просто каким-то блаженством. Вот этот вот аромат перед сном просто я кайфую, реально кайфую. И с мочалкой мне тоже понравилось. И понравилось то, что кожа после него мягко увлажненная. Это не бюджетная цена, особенно за такой объем 150 мл. Артикул, кстати, 26-14. Он у нас вот тут немножко запаян сбоку. Это такое кремообразное, которое, кстати, очень хорошо пенится, потому что с мочалкой я последние разы использовала. Очень хорошо пенится на мочалке, то есть небольшого количества достаточно, чтобы прям мочалку вспенить. И тело мягкое, потом мягкое, как будто вот вы уже каким-то кремушком воспользовались легеньким, да? Вот такой вот белый продукт. А пузырик какой надулся. Обалденный аромат. И решила, раз мне так зашло масло для душа, возьму-ка я вот такой вот мист. Он уже пришел в коробочке. Пусть сон будет красивым, написано. И артикул его 25,59. Думаю, после душа, после масла, да еще и мистом, ну, это вообще будет сказка. Вот как он выглядит. О, да. Тот же самый аромат. Кайф. Распыляется. Достаточно меленько, мельче даже, чем вот это средство для волос. Обалденно. И, кстати, масло, оно на теле, аромат держится достаточно долго. Фаберлик мало действительно гелей для душа, которые потом оставляют на теле аромат. Это масло оставляет. То есть я засыпаю, я еще чувствую на теле его. Не скажу, что супер увлажняет. Хотя увлажнение какое-то есть. Есть какое-то увлажнение, да. Легенькое-легенькое такое. Не с целью увлажнения, я взяла с целью, как вдыхание, что ли, аромата продлить его на своей коже. Обалденно, просто обалденно. Взяла вот такой универсальный спрей-пятновыводитель. Я еще взяла и другую новинку, девчонки. Сейчас пакет поставлю себе поближе. А так как они обновленные, усиленные, я вот эти два средства постоянно ругаю, потому что они не работают ли у меня ни на каких пятнах, вообще ни на каких ничего не отстирывали. Я не знаю, чего это зависит. Некоторые девочки писали, что вот этот спрей, он работает на свежем пятне. Если вы уже вещь постирали, и потом пятно захотите вывести, не работает. Не знаю, может быть и так. У меня они не работают, пятна не выводят. Я люблю только карандаш из этой серии. Но раз линейка обновленная, усиленная, возможно, сейчас произойдет какое-то чудо, тоже будем с вами обязательно тестить. Универсальный спрей пятновыводитель, артикул 301-51. 100 лет их не брала, потому что не люблю. И пятновыводитель кислородный универсальный жиденький, вот такой, который при стирочке будем с вами добавлять, 362. Протестим обновленные с вами версии. Многие просто девчонки мне писали, наверное, 70% писали, что тоже не работают эти 20 средств, 30%, что это их любимые средства и что они работают. Я не могу понять, от чего это зависит. Может быть, от жесткости воды или еще от чего-то, или не знаю. Так, взяла порошок, по-моему, 2. Салфетки у меня тут еще детские в запас, потому что сейчас самая классная цена 299 рублей. Без вашей скидки он так давно уже не стоил, потому что цены подняли везде, не только в Фаберлик, но и везде. Поэтому взяла себе горную свежесть и альпийские луга в запас. Хотя у меня еще есть, но пусть будет. Такая цена очень хорошая. Здесь 800 грамм, приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Так, альпийские луга у нас с вами артикул 322 и горная свежесть 323. Порошки классные. После обновления действительно формула усилилась. Они очень хорошо отстирывают, и с ними, в принципе, мне пятновыводитель не нужен. Но если только это не пятно от краски Ботаника, как мы с вами с Майки выводили. Они сделаны в Германии, они гипоаллергенные, они такими гранулами сделаны он порошок, что подходит даже астматикам. То есть в процессе, когда вы его достаете, насыпаете, он не пылит. Поэтому астматикам, вот как бы да, он заходит. И говорю почему, потому что знакомая на работе всегда брала, она астматик. Только этот порошок у нее не вызывал никаких негативных, а еще детские салфетки. Так, в отдельном пакетике еда. Что я тут взяла? Я взяла на этот раз, девчонки, вот такую вот кашку. Мне понравилось. Не первый раз ее беру. Это гречневая каша с яблоком и корицей. Она очень вкусная. Под видео писали комментарии, девчонки, почему гречка светлая? Потому что она пропаренная. Я сама не знала, но девочки ответили, помогли. Очень вкусная, нежная гречечка с яблочком, с корицей. Кто любит вот штрудель. Штрудель какой-то. Вот как скажу, кто любит корицу, кто любит шарлотку с корицей. Вот эта тема тоже понравится. Мне нравится на завтрак эта каша, она действительно вкусная. 155-й раз повторяю кетчуп классический, потому что мы его любим всей семьей, считаем его лучшим кетчупом из тех, которые мы пробовали. Артикул 160-58, он сладенький, он вкусный, он без сахара, наверное, совсем, поэтому да, конечно, да. И он у меня в каждом заказе. Так, и еще из еды взяла новенькие батончики, 3 штучки. 2 манго, потому что манго обожаю, и 1 у нас что? Ваниль с чем-то. Непонятно. Это абрикос-ваниль. Давайте попробуем.
Так, я вам сказала артикул. 157-66 абрикос ваниль. И манго у нас 157-65. Надеюсь, это действительно будет манго, потому что манго обожаю. Вот как выглядит батончик в целом. На перекус очень здорово. Сейчас прожую и расскажу. Я не чувствую здесь ни ванили, ни абрикоса. Вкусный обычный батончик в шоколаде. Не знаю, как это называется, патока внутри. Но абрикос, ну прям вот 1/100, может быть, где-то есть отголосок. Давайте попробуем манго. Опять прожую и расскажу. Блин, и манго не чувствуется. Не, ну совсем чуть-чуть есть, конечно. Побольше, чем абрикос. 10%, может, из 90% отголосок манго. И все. Больше не чувствуется. Так, дальше, девчонки. Lovely Moments, детская новая линейка, детский крем универсальный, артикул 3+, это, кстати, 26,92, и детский гель для душа, тоже 3+, 26,89. Он такой с мерцающими частичками, очень красивый. Говорили, что по запаху, как бьюти-кафе Малина. Абсолютно, абсолютно, это бьюти-кафе Малина, а душка, да, она мне так не нравится, честно. Надеюсь, дочери зайдет. Это у нас с вами детский гель для душа, вот такой вот он. Достаточно густой, даже не видно вам, как переливается, но он густой и с мерцающими частичками, потому что флакончик прозрачный. Так, а кремушек у нас с вами запечатанный. Ну, вообще не люблю, честно, вот бьюти-кафе, особенно малину. Так, интересно, смотрите, написано мусс, и слово мусс зачеркнуто. Вот так выглядит крем. Хорошо разносится, но не очень хорошо полосить на руке. Да, это прям вот копия, ну слезали. Ну, такой легкий, увлажняющий. Надеюсь, что вот эта вот ядреная одушка не будет вызывать у ребенка аллергии никакой. Ну, если что, я вам расскажу. Ну, увлажняющий такой обычный крем. Ничего такого сверхъестественного. Так, взяла свою любимую мицеллярку вербена. После перевыпуска беру ее первый раз. Она не щипит глазки, хотя пахнет лимоником. И кажется, что она сейчас вырвет глаз. Но нет. Артикул ее 0972. И кто ищет мицеллярку, которая не щиплет глаза, вот вам именно к вербене. Здесь 100 мл. Она не очень поэтому бюджетная, но классная. Так, попытка номер 3. На чем мы с вами остановились? Мелкая просто спит беспокойно. А, взяла детокс-шампунь для глубокого очищения. Я раньше его часто брала, а сейчас почему-то пренебрегаю такими шампунями, а зря, потому что нам все наши силиконы, не смывашки вот эти, которые оставляют на волосах свои следы, нужно смывать обязательно чем-то очищающим для любого типа волос. Артикул 8961. Мне только вот этот шампунь из линейки «Эксперт» подходит, все остальные вызывают зуд кожи головы, причем дичайший вообще после первого применения. Он, девчонки, черненький. Он черненький, вот он, видите? И без частичек. Если скраб, там частички, потом ванну отмывать, то шампунь нормально. Все very good. Он пенится, когда и на волосах становится пена белой. Да, все нормально в этом плане. И он действительно хорошо очищает. Можно, если у вас сухие волосы, как у меня, сначала вот этот шампунь применять, и сразу же после него какой-то питательный. Да, хорошо работает. Поэтому такой шампунь нужен. Хотя бы раз в неделю нужно таким шампунем мыть волосы. Так, дальше, девчонки, взяла водный спрей для разглаживания. Ни разу его не брала, хотя все мои девочки его очень хвалят. Говорят, что он действительно крутой. 112,85 я гладить не глажу. И вещей у меня таких нет, которые надо гладить. Раньше вот хирургический костюм на работу гладила, да? И все, наверное, я не люблю гладить. А вот сбрызнуть белье вот этим спреем и повесить, вот так я хочу делать. Потом вам обязательно расскажу, работает или нет. Ой, одушка обалденная, класс вообще. Мне будет очень нравиться, если от моего белья будет пахнуть именно вот так. Так, дальше. У нас с вами спрей для обработки поверхностей с Монардо уже. Я вам в прошлый раз показывала спрей в прошлом заказе антибактериальный, перепутала его с Монардо. Я хотела всегда попробовать с Монардо. Натуральное эфирное, натуральное масло Монардо эффективно очищает от плесневого налета. У меня его нет, но пусть будет. А на всякий случай вот это средство чего-нибудь им придумаем почистить. Нейтрализует неприятные запахи. Ну, не почистить, а вообще. Читала на сайте, что его даже в комнате хорошо распылять против плесени. Очищает различные поверхности от плесени, препятствует ее появлению при регулярном спрее, нейтрализует неприятные запахи. Средство экономично, идеально подходит для обработки всех видов поверхностей ванной комнаты, кухни, холодильника, шкафов. Вот клево. Пахнет интересно. Ну, специфический такой запах, но не отпугивающий, приятный. Сколько просто лет Фаберлика, первый раз берет средство, ну, нехорошо. Надо восполнять пробелы, скажем так, чтобы всегда вам могла дать отзывы. О, кстати, Lovely Moments, шампунь-бальзам. Опять, смотрите, написано компотик и зачеркнуто. Конечно же, там был шампунь, гель для душа, шампунь-бальзам. Будем пробовать. Будем пробовать. 3+, тоже 200 мл, артикул 26,90. Может быть, сегодня-завтра как раз голову помоем. Он тоже со светоотражающими частичками, абсолютно так же, как гель для душа выглядит.
перламутровый розовый цвет и яркий вот этот вкус малины Beauty Cafe. Мне не нравится он, но дочери, я думаю, зайдет вкусненько. Так, что-то у меня, достаю все запасы, выкидываю этот пакет наконец-то. А бальзам гладкие пяточки был по хорошей цене, поэтому, конечно, да, конечно, взяла его в запас. 1661 его артикул, он очень крутой. Здесь 30% глицерин, он безумно круто работает с ножками, сухими ручками. Если у вас сухая кутикула, смазываем на ночь и с утра радуемся. На руки в течение дня наносить неприятно этот продукт, потому что он такой, он чувствуется на руках, да? А вот на ночь вообще восхитительно. Забудете вообще о том, что такое сухие стопы навсегда, если регулярно пользоваться. Еще один, морская свежесть, Дейзик, вот он откопался. Его артикул 23,51. А гладкие пяточки у нас, кстати, я сказала вам, 16,61. И последний продукт, средство для мытья посуды. Взяла вот такой тоже с грейпфрутом, чтобы был большой балл, оно было не по акции. Взяла уже одно. Вот просто до последнего добила все свои средства для мытья посуды, детская и обычная наша. И решила, что зачем я буду брать два, если у нас есть тоже 0+. Вот такие вот, которые общие. Это сочный грейпфрут, он действительно сочный, я уже брала. Он густой, он такой освежающий, артикул 398. Поэтому я решила, что и бутылочки, и все, я буду мыть одним средством, зачем мне несколько. Его, кстати, кто-то разводит, кто-то нет. Его можно разводить один к трем и один к двум. То есть оно довольно экономично. У меня знакомая попробовала, сказала ей такое средство заказывать теперь на постоянной основе, потому что это, говорит, очень экономично, просто мега. Она им так долго пользовалась. Я не развожу, мне хочется побыстрее потестировать какой-нибудь новый, особенно если новинки появляются, да? И каталог новый, тоже очень интересный. Линейку «Эксперт» для волос тут обновили, кстати. Ну, мне кажется, все равно у меня будет от нее зуд, но попробуем. Блин, девчонки, в следующем каталоге вообще для новичков классная акция. 1000 рублей будет в подарок. Нельзя такое пропускать. Если вы еще в Фаберлик не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Ну, а если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.